Так, Биба и Боба закончили свои мучения. Все орут, все ехали в одной коробке. Да, вообще не так плохо. Они больше сейчас друг на друге зациклены. Ты посмотри, мужик, как... Баба клюшка. Баба просто клюшка, а мужика в углу расперла. Прекрасно. Чувак, дураки. Иди давай. Давай вали. Вали-вали телевизор. Так, второй. Оп. До свидания, куда-то. А вон, 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 вон. Пока. 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 Сел. Нет, дальше вон она полетит. Вон она. Оп. Ты мой клёвый такой. А вот теперь куда-то сел. Подожди, у нас второй здесь. Женя, сюда мне свети, я не вижу, где второй. Где второй? Ой, прости, пожалуйста, тебя накрыло. Давай, вали. Да, конечно. Ты моя такая бабочка прекрасная. Третий сыч, который не успел таки в соло-видео засветиться. Тверской, по-моему. Тульский. По-моему, Тверской. Очередной ЧМТшник и очередной со сломанным кракоидом у нас летит во свояси. Свети куда-нибудь туда, а он сейчас полетит туда. Да? Да. 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 Воу, нет, ни хрена, скажи. Ну и ладно, все как обычно. Итого, три сыча, выкинутые во свояси на вольные хлеба. Всем привет. Выпнули мы последнего сыча аккурат перед днем отъезда на всероссийскую ежегодную конференцию центров реабилитации, которые проводят Центр реабилитации Сирин, питерский, в котором я работаю, и которая в этом году проводится, она проводится третий год подряд. И в этом году она проводится в Ленинградской области, недалеко от Нижнесвирского заповедника. Я прикреплю позже ссылки на стримы. Скорее всего, у нас будут стримы с конференции, где, собственно, будут выступать докладчики. Эту конференцию организовала Ксения Михайлова, собственно, директор Центра реабилитации Сирин, потому что в какой-то момент стало ясно, что нас по стране очень много, и опытом как-то меняться надо, и негоже вообще сидеть по всяким разным регионам, не общаясь и не обмениваясь всякими ценными, интересными плюхами, которые каждый из нас нарабатывает. Вот, но это все теория, а пока немножко того, как начинается мой первый день конференции, потому что я поехала с собакой, вот, и у нас утро, соответственно, начинается не с лекции, а немного раньше. Вот такие вот они, окрестности Нижнесвирского заповедника, где расположена Ладожская орнитологическая станция. Так, сейчас у меня потулишно. Вижу. Конференцию советую поглазеть всем, кто хотя бы более или менее занимается птичками, потому что достаточно много интересных тем, достаточно много интересных лекторов. Один из лекторов будет с куницей. Маленькой, ручной, прекрасной, живой куницей, которую невозможно выпустить в природу, потому что ее подобрали люди и традиционно запороли нормальное выращивание. Я прикреплю небольшой кусочек видео, который мы снимали вчера, такие бэкстейджи, когда эта куница тусила и сводила 4-5 человек с ума своей активностью. Вот. Собственно, человек будет читать как раз тему про реабилитацию куниц и других, собственно, про помощь куням, куницеобразным. Потому что у нас в России, как оказалось, сколько, 18 или 19 видов. Мы вчера сидели, вспоминали, пересчитывали. В общем, в принципе, будет интересно не только тем, кто занимается птичками, но и тем, кто, в принципе, любит нашу природу и животных, которые живут в непосредственной близости рядом с нами, но которых мы не всегда замечаем. Вот. На этом, наверное, разглагольствование свои закончу, потому что мы потихоньку с мокрыми ногами по совершенно прекрасному ковру из всяких мхов, периодически лишайничков и прочей красоты подходим обратно к орнитологической базе. Ой, я роняю телефон. Вот, у нас тут дождит сыренько, но все равно вот эта вот вся серая такая хтонь, она вполне себе приятственно выглядит и
полностью вписывается в атмосферу всего происходящего. Вот, поэтому серая хтонь, которая перемежается с горячим чаем на станции в компании полусотни увлеченных своей деятельностью людей, это вполне себе приятные пару дней и утро в частности. Так что сейчас пойдем греться, а вы будете смотреть куничку. Не дотягиваешься, господи боже. Так, там у меня собачий корм в кармане. Тебе, это, наверное... Это тоже вкусное, но очень много. Угу. Вот сейчас на утро спустишься. Нормально. Еду все. Чего? Давай, иди, пойдешь? Да, конечно, скажи. Печеньки, печеньки. Печеньки, печеньки. Ай-яй. Ням-ням-ням-ням. Все закончилось, друг. Все закончилось. Да что ж ты, варвар. Все закончилось, да? Да. Вот такие, вот такие главные у нас выступатели на конференции Центров реабилитации диких животных. Да? Главный лектор. Главный лектор, да? Да, конечно, ты меня зубами. Нету ничего. Либо просто там насыпать каких-нибудь орешков, оно все равно там пластик из них, она его раскрывает, потом жрет. Увлекательные 10 часов под лалахой. Прерывистая. Блин, наглая тетерка встала посреди дороги и нас не пускает в Москву. Что нам делать? Ничего не смущает. Что это такое-то? Ну, давай иди к себе домой. Не знаю. Я вообще-то голосовала тут. Не подбросите. Что ты крадешься за ней?